Привет, мои дорогие, как у вас дела? Как вы поживаете? Все у вас хорошо? Мы зашли в магазин Манго, и сейчас мы будем смотреть с вами цены. Вот, это платье мне очень понравилось, и я его купила себе. Оно стоит 749 лир. Пройдем дальше, дальше. Сумочка. Сумочки замшевые. Натуральные замшевые сумочки, и цена у них 449 рублей вроде бы. Вот, там еще мне понравились одни туфли, тоже сейчас дойдем и до них с вами. Так, девушка хочет помочь в чем-то, но я ей сказала, что как-нибудь обойдусь сама. Вот, предлагает мне другие платьюшки. Как-то так. Ну вот и Маша стоит. Белая рубашечка хлопок. Цена тоже 249, наверное. Там написано что-то, вот нечетко видно. Вот эти черные штанишки там, которые они мне так понравились, такие хорошенькие, но мерить я не стала, лень мне было это делать. Вот, вот эти черные ткани, знаете, такая стрейч, вот просто супер ткань. Так хочу их, так хочу, но они стоят где-то в районе 300 лир. Вот, очень хочется. Но пока. Вот такая оранжевая красивая сумочка. Ярко-оранжевая. Так. Ну что. Остальная прогулка пройдет вот так вот у нас, я думаю. Только буду показывать цены. Вот такой пиджачок. Я себе купила пиджак уже в Бершке, светлый цвет, но надо черный тоже купить. Но не в Манго точно. Что-то мне там они не очень понравились. Эта блузка очень красивая, очень просто. С джинсами будет смотреться, конечно, очень хорошо. И ткань у нее, кстати, такой атлас. Ой, туфельки блестюти, блестюти. А вот это металлик туфельки. Вот такие штанишки. Такие есть у меня штанишки. Вот. Вот такие белые штанишки. Ну, они так. Стоит 400 лир, но я думаю, что и такие же штанишки можно приобрести и в другом магазине подешевле маленько, за 250 где-то, ну почти за 300, да, можно приобрести. Вот этот пиджачок мне тоже понравился, он так смотрится неплохо. Он мне понравился, вы знаете, вот я его прикинула, посмотрела. Ну, вообще очень хорошо смотрится. Очень. Потом вышла с этого магазина, увидела на одной девушке. Ну, вот не знаю, когда. Ну, в общем, оно ей не идет. Или оно на ней не так сидит. И у меня такое разочарование было, вы знаете. Вот эта белая рубашка тоже классная, кстати. Хорошенькая. Цена вообще супер, конечно, очень даже и хорошая. Ну вот тут примеряю, типа примеряю, да? Вот так вот примеришь и успокоишься. И вроде думаешь, ну ладно, пусть повисит. Вот пиджачок классненький, мне понравился очень-очень. Но если бы он был бы чисто черный, было бы тоже хорошо.
Ну, в общем, как на этой девушке сидит, мне не понравилось, и поэтому как-то у меня сразу стало не очень-то и хорошо. Вот. Такие джинсики есть неплохие. Шлепки. Так. Такие шлепки, знаете, ну, на любителя, да? А вот. Здесь уже вот эта сторона, вот эта вот часть, она вся идет уже со скидкой. Скидочки, вот эта сторона полностью идет такая. Ну, кроме сумок. Сумки и туфли там, которые на витрине, нет, на них скидок нету. Вот это вот то, что висит. Вещи, да, на них есть скидочки. Это платье мне очень понравилось, ну прям супер-пупер. Ну, я такое, конечно, короткое на улицу не могу одеть, к сожалению. Вот, а так платье вот шикардос. И цвет, и вообще модель такая классненькая. К сожалению, такое короткое платье я не могу одеть. А вот. Если только дома, да? Ну и здесь. Вот это тоже все со скидкой уже. Ну, скидка, знаете. Так, символическая скидка, скажем. Такие вот сумочки 299 лир. Сто 99 кроссовки, ну и я не знаю, на любителя тоже. Плащевка, сумочка такая. Ну вот эти босоножки мне понравились, такие яркие, прям, ну шикардос. Вот мне единственное, что не нравится, вот этот вот квадрат, да, носик квадратный. Ну вот не люблю я такой, ну не знаю. Но вообще красиво смотрится, очень-очень. Такие сумочки тоже. Вот это тоже кожаная вроде бы, ну типа, да, кожаная. Вот эти хочу туфельки. У меня точно такие есть черные, но я хочу вот эти вот. Прям такой цвет красивый, яркий, знаете, красивый. Не знаю, вот очень нравится мне. Но цена 450 вроде бы у этих туфелек. Вот такие черные я купила. Ну, то есть замшевые черные. А вот таких нет. Вот это вот эти бежевые тоже хочу. 450 лир вроде они стоят, да. Но бежевые, зато хоть куда же они? Хоть с чем? Не знаю, вот они как-то универсальные, можно сказать даже. Вот. Вот эта сумочка тоже мне понравилась, но был бы молочный цвет, может быть, я бы взяла именно вот та модель. А вот эта модель уже мне не очень нравится. Такая на Плюшкина немного похожа. Ну, как-то вот какая-то нечеткая, да. Вот эти лоферы. Так себе. Есть получше, я видела. Замшевая сумочка вот эта. Вот. Огромная, я помещусь даже туда, наверное. Вот эта сумочка тоже такая. Зонтики яркие, разные. По 129 лир. Ну и сумочки тут такие вот.
Вот именно какую сумочку я хочу, я не видела. Нету вот именно вот, чтобы. Ну, бывает же вот раз засела, да? Такого нету. Вот я увидела на днях, ходила, зашла в Страдивариус. Там черная сумочка. Мне очень понравилась, я ее купила. Ну вот, прям вот по мне, да? Ну, то есть модель она более такая. Мне понравилась очень. Я ее взяла, думаю, ну, возьму. Очочки. Такие вот. Вот так вот, дорогие мои, пока-пока. Мои дорогие, привет, как у вас дела? Магер, hello, Мирабалар, Насылсанес. Девчонки, вот просто хочу Чураева, вы знаете, так хочу, прям прибежала сейчас. О, откуда только я не прибежала. Была на Кызылае. Давайте покушаем Чураева, да? Чураева. Чалк. Мое добро. Сейчас он немножко отдает для меня талой водой. Раньше я не чувствовала этого вкуса. Мне кажется, его надо посушить. Так хотела. Прям руки дрожали уже. До такой степени, вы знаете. Давайте шедевр доедим, да? Шедевр. Сон.
Круто бешер, бен ютюрм her zaman. Как же это вкусно. Это у меня кусочки Туркестана белого и светлого.
Навел. Спасибо. Пока. Ну вот, продолжим мы с мелом Чураева, как я обещала, и взяла все-таки голубую глину. Такая уже готовый крем. Супер крем. Супер крем. Соседи моих, наверное, тоже слышно, да? Так они громко общаются. Чураева. Такой. Мне понравился. Я же его не ела, я вам говорила же, да? Попробуем с большого кусочка откусить, как будет. Какой вкусный. Ух ты, еще. Сушила я его на батарее. Вкус и запах. Запах, не знаю, вкус. Мокрый подъезд. Казаль. Я Мурсон Рассе. Что не имели кокуса бар. Хотела сказать, что я сегодня была записана в салон красоты, я не пошла. Из-за того, что я немножко себя неважно чувствовала. Вот. Завтра пойду. Переписали на завтра на 2 часа. Сухой.
сольновато. Что-то скрипит прям. Так приятно жевать. Такая чумазая. Хочется почакать. Очень вкусно. Очень. Прям слов нету. Окадар, гузяльки. Тады. Топорах коко. Слах. Сей бадана кокус и давар. Эпсе хорошо колды. Девчонки, вот все запахи, все вкусы. Вот вкус вот этот необычный. Реально такой. Он не похож, конечно, на других глины. У него другой вкус. И своеобразный такой, да? Очень вкусно.
Чок взяли, да тогда чок взяли. Чураева мне понравилась. Большое спасибо Марине Хелик за то, что она мне отправила. Упаковала просто отлично. Упаковка была шикарная. Прям каждый кусок она так хорошо завернула. Большое спасибо еще раз Марине Хелик за мел. Вкусный, очень вкусный мел. Рекомендую вам. Она в Украине. Я заказывала у нее. Я также заказываю в Мел Ок. Я вот писала вам там. В этот раз я заказала у Марины Хелик, когда узнала, что у нее есть белгородские мелочки. Была очень рада на седьмом небе от счастья. Так что большое-пребольшое спасибо. Упаковки были отличные. Мелочки вкусные, очень вкусные. Очень благодарю. Благодарна Марине. Спасибо, дорогая моя. Заказывайте у Марины Хелик, кто в Украине и кто не в Украине. Вкусные мелочки, очень вкусные. Чураева. Я не знала, и я впервые его пробовала. Вот пробую. Мне очень понравилось. Очень вкусно. Пока-пока, дорогие мои. Видео чумазое, конечно, ну а что делать? Чтобы было вкусно, всегда чумазо получается. Так, пчелорам говорю еще раз, тещи кюрелерам. My dear, thank you. I love you. Спасибо вам. Увидимся в следующем видео.